Рыба-кит, папа рисует. Привет, друзья, это супер новая угадайка. Я рисую, вы отгадываете. Сегодня задание такое, я рисую разный спорт. Разные виды спорта, спорта. Кто любит из пацанов и девчонок спорт? Все любят. И догадайтесь быстрее, что я рисую, что за спорт сейчас я нарисовал. Какой вид спорта? Я думаю, все догадались. Нет? Я сейчас буду объяснять. Я нарисовал корзину и мяч. Мяч похож на круглый мяч, на картошку он похож. Это, конечно же, баскетбол. Я рисовал корзину, щит и мяч баскетбольный. Я люблю баскетбол. В школе я прям много играл в баскетбол. Сейчас я играю меньше, потому что я стал коротышкой. Следующий вид спорта. Собрались? Следующий вид спорта. Спорта очень модный, популярный. Он был давно модный и популярный. Все в него играют, а мало того, все мальчишки, а сейчас и девчонки, я знаю, играют отлично. Какие спортсменов носят такие бутсы? Шипованные. И бегают по траве. И еще гольфики такие. Да, это футболисты. А теперь я нарисую сам футбольный мяч. Это самый легкий вопрос, из которых сегодня я придумал. Будет дальше еще сложнее. Такие виды спорта, которые вы даже, может, и не знаете. Так что футбол, кто отгадал, тому зачет. Футбол. Продолжаем. Следующий вид спорта я бы назвал... Не знаю, как бы его назвал. Пока что не буду называть. Но, мне кажется, по мячу он похож на баскетбол тоже. Но с какой-то ракетой. Ракета. И это я подсказку дал тем ребятам, кто занимается этим видом спорта, потому что я знаю, многие занимаются таким видом спорта. А называется он? Да, называется он теннис, или большой теннис, или маленький теннис. В общем, это теннис. Есть ракетка, есть мяч. Ракетка — это не значит ракета, а это значит такая вот приспособление, такая приспособуха. Ладно, забудем про теннис и будем вспоминать про очень сложный вид спорта, который умеют играть мало кто. О, вы скажете, это футбол. Футбол в грязи. Да, это футбол в грязи. Мячик, понятно, потому что многие виды спорта с мячами связаны. И как я рисую мяч, кто-то может сказать, это футбол или еще какой-то вид спорта. Но сейчас это не футбол. Но мячик вроде бы похож. Если вы посмотрите, но мячик похож на волейбольный. Но это не волейбол. Но вода подсказывает, что это водный вид спорта. А правильно, кто догадался, это водное поло. Я в него сам не очень играю, только на пляже. Следующий вид спорта очень трудно нарисовать, потому что это почти футбол, но это не футбол. Есть даже человек-футболист, который играет, но это не футболист. И он даже бутсы не одевает. Он одевает такие сапоги, огромные-огромные сапоги, садится на большую-большую машину, называется мотоцикл, и играет в футбол. Знаете, как этот вид спорта называется? Я болельщик этого вида спорта, и знаю, в нашем городе есть такой вид спорта, и люди увлекаются, играют, собираются по субботам. Да? Это мотобол, я его называю, мотобол. Кто не знал, то вот посмотрите, это очень классный вид спорта. Ладно, давайте следующий. Следующий вид спорта в нашей стране очень любят. И я знаю еще, любят в Канаде. Вот такую крюку, это... Вот такую крюку я нарисовал. Теперь дальше, уже догадались, что это такое? Ну, я думаю, просто виды спорта настолько легко отгадывать. Это вид спорта такой. Знаете... Хоккей, да, правильно, хоккей. Я нарисовал клюшку, конечно. Можно было до конца сказать, что хоккей — это на траве с мячом, или же это хоккей с шайбой. И оказалось, что это хоккей с шайбой, и я нарисовал даже лед. Он так блестит. Так что хоккей классно. Последний сегодня загадка, последняя. Давайте постараемся и отгадаем ее сразу же. Вот с дырочки сразу отгадаете, что это такое? Я думаю, это самые догадливые, они отгадают. А такие, которые такие задумчивые, они подумают, что же за такое? Это космический баскетбол, может быть? Нет. Дырочка. Такая вот штука, чтобы бить по мячу, и мячик есть. Догадались? Это гольф. От лунки до лунки катают мячи. И клюшками их бьют. Это не хоккей, это гольф. Я думаю, тоже все знают. Так что давайте сегодня
загадки заканчиваются. Жалко, что такие они простые были, но ничего, в следующий раз я придумаю следующие сложные загадки. А пока можете смотреть другие загадки на канале Рыба Кит Папа Рисует и звать маму папу, чтобы вместе их отгадывать кто быстрее и не спойлерить. Пока. Привет, меня зовут Ваня. Я папа. Предлагаю вам Рыба Кит Бокс. Уроки рисования для детей. В коробке мелки, краски, кисточки, пластилин и флешка с уроками. Рыба-кит, папа рисует.